Все, пора спойлерить. Привет, давайте будем честны. Вы пришли сюда смотреть спойлеры, а я показать свой новый красный костюм. Как обычно, сейчас я коротко расскажу о важном, а подробности в ближайшее время начнут появляться в наших соцсетях, на сайте и у блогеров. И заранее оговорюсь, все, что мы покажем, находится в разработке, поэтому может иметь не финальный вид. С обновлением в Калибре появится новая карта — Радар. Наши отряды продвигаются все дальше на север, и скоро доберутся до совсем уж холодных заснеженных мест. Но сначала нужно решить боевые задачи на радаре, в режимах взлом, фронт и столкновение. Боевой пропуск в 0.16.0 будет работать по-новому. В нем будет 4 эпизода на выбор. В каждый один оперативник новой коллекции в качестве главной награды. Само собой, можно будет пройти каждый эпизод и получить не только всех персонажей, но и множество других наград. Кроме того, начиная с версии 0.16.0, вы сможете приобрести прошлые боевые пропуска и получить все награды, которые когда-либо пропустили. А теперь немного спойлеров про будущее подразделение. Если вы следите за нашими постами в соцсетях, то уже знаете, что в игру планируется ввести Короче, штука, которая стреляет из-за угла. А дадут его медику, как дополнительное оружие. Ну а снайпера мы покажем во всем его величии. Просто поверьте мне, он здесь. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на наши соцсети, потому что все подробности будут именно там. Увидимся!